воспитывать собаку. Она умудрилась открыть заднюю дверь, прорвала сетку и выскочила, пока я гулял со второй собакой. Дело непростое. Вечно сует свой нос в мои дела. Характер такой. История Ирби и семьи Макичи началась не здесь. Жена Уэса Трейси, военнослужащая, подобрала ее голодную и одинокую на другом конце света, в Ираке. Поэтому эта встреча особенно трогательная. Ирби, привет! Ты меня помнишь? Помнишь меня? Несколько месяцев назад Трейси заплатила $1000. Ирби погрузили на самолет и отвезли Уэсу в Америку. Трейси говорит, ей помогли другие солдаты, немцы и итальянцы. Деньги тоже были пожертвованы. Трейси даже точно не знает кем. Совершенно незнакомый человек прислал эту 1000, представляете? И как раз под Рождество с запиской счастливых праздников. Чудо, да? Сама Трейси в то время тоже собиралась в дорогу, в штат Висконсин, на 2 месяца. Мне было так грустно расставаться с ней. Я говорила Уэсу много раз, что очень скучаю по ней. Я люблю армию, но разлука — это всегда сложно. Зато теперь они, наконец, вместе. Я и тебя рада видеть, любовь моя. Трейси, Уэс и Ирби. Какая же ты огромная псина. Ты знаешь, что огромная? Нет, наверное, да? Думаешь, что ты крошечный щенок.